Во время Отечественной войны по территории ряда районов и городов Азербайджанской республики было выпущено в общей сложности около 30 тысяч снарядов и 227 ракет. Нанесен ущерб многочисленному имуществу. Разрушены частные жилые дома, подсобные постройки, многоквартирные жилые дома, нежилые площади, административные здания, принадлежащие различным государственным структурам, религиозные объекты, мечети, церкви и кладбища. Об этом, как передает канал 13, заявил генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев на заседании коллегии ведомства, посвященного итогам 2020 года. По его словам, в результате обстрелов армянскими вооруженными формированиями мирного населения Азербайджана были убиты 93 человека, в том числе 12 несовершеннолетних и 27 женщин. 407 человек, в том числе 50 несовершеннолетних и 101 женщина, получили телесные повреждения различной степени тяжести. С целью доведения армянских зверств до сведения правоохранительных органов государств мира и соответствующих международных организаций, письма с указанием преступлений, совершенных Арменией, были направлены комиссару ООН по защите прав человека, комиссару Совета Европы по защите прав человека, Координационному совету генеральных прокуроров государств-член СНГ и другим международным организациям, а также генеральным прокурорам и министрам юстиции 25 стран. Ходатайства об оказании правовой помощи были направлены 46 компетентным органам 37 иностранных государств, подчеркнул Кямран Алиев. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.